книгу. Кто же у нас следующий? А следующий у нас будет Наталья Иванова. Добрый вечер. Жарко немножко под лампами стоять там. Меня зовут Наталья Иванова. Я представляю компанию Эквио. Платформа Эквио – это наша собственная мобильная разработка, запатентованная, доступная в трех вариантах для трех операционных систем. Это система Android, система iOS и стандартная веб-браузерная версия. Эквио атлантического слова «Квио» – «Я умею», «Я могу». Что такое? Мобильная экосистема, Эквио-платформа для коммуникации, для взаимодействия с персоналом, с внешними партнерами и с амбассадорами торговой марки. Суть проекта. Все очень просто, все гениальное просто. Мы очень простая, нативная, сделанная человеческим языком программа. Вот, как я сказала, доступная в трех вариантах для трех операционных систем. В чем большой плюс? Мы не зависим от наличия, от прямого подключения к интернету. Весь контент, который находится в платформе, загружен, доступен для скачивания и для последующего использования офлайн. Вы не тратите дополнительные деньги на трафик. Какие проблемы решает наша платформа? Позвольте показать вам небольшое видео. Оно очень self-talking, self-explaining. Учись и узнавай. Учись. Изучай важные темы простым и увлекательным способом. Учись с помощью лучших профессионалов. Библиотека готовых тренингов. Актуальная теория. Профессионалами, а я буду вам в этом помогать. Современная инфографика. Игровые учебные фильмы. Новые технологии помогают Максиму. Итак, здрасте, Максим. Нифига себе. Это что, говорящий iPad, что ли? Во-первых, хочу поздравить вас с приобретением нового интерактивного фильма. Набирайте баллы в проверочных заданиях. Набирайте баллы в итоговом тесте. Смотрите ваши результаты в статистике пользователя. Узнавай, получи доступ к полезному видео со всего мира. Библиотека лучших видео. Мастер-классы от лучших тренеров. Изучай брифы своей компании. Улучшай свое знание о продукте. Тренинг Эквио – ваш лучший помощник в работе. Это просто и доступно. Кто они, компании, работающие в аналогичной сфере бизнеса, в аналогичном секторе? Информация есть на слайде. Если вы спросите, чем лучше этих компаний, вот, я хочу ответить словами нашего основателя, архитектора стартапа платформы Эквио. Мы не претендуем на уникальность решений. Все очень просто, и это лежит на поверхности. Просто у кого-то это не работает, а у нас работает и очень неплохо. Очень хорошо, я бы сказала. Финансовая модель. На чем мы зарабатываем? Мы продаем нашу платформу корпоративным клиентам. Наши первые, наши любимые клиенты – Хенкель, Лореаль, Балтика, Мегаполис, Такеда, Филипп Моррис, X5. Порядка 50% gross margin без учета налогов и оверхедов зарабатываем мы на продажах лицензий пользовательских. Порядка 25-30% мы зарабатываем на продаже, производстве контента, интерактивного контента, который загружается в платформу. И, соответственно, что? В Волгограде у нас есть центр мобильной разработки.
который параллельно готов выполнить запросы наших клиентов по разработке прикладных специализированных материалов. Кстати, в данный момент мы проходим тестирование вот в компаниях МТС, Якобс и Пепсика. Мы достаточно молодой проект, нам чуть больше 1,5 лет. Активная деятельность по продвижению, по развитию бизнеса, по продвижению продукта у нас началась около года назад. Инвестировано на данный момент 30 миллионов личных средств. В 2017 году нам нужны инвестиции в размере 15 миллионов рублей. Есть идеи, есть грандиозные цели доработать нашу экоплатформу. Очень много полезных инструментов, например, HR-хелпер, который полностью изменит технологию подбора стартовых массовых позиций в компании, приложение Manage My Team, мобильное приложение для управления торговыми командами. У нас есть грандиозные цели запустить нашу платформу в государственный сектор и настроить нашу платформу под нужды академического образования. В принципе, платформа как инструмент коммуникации может быть прекрасным электронным учебником. Несколько слов о нашей команде. Мы начинали в составе 2 человек, один из которых, оба из которых сейчас присутствуют в зале. За год с небольшим наша команда увеличилась до 70 человек. Это Москва, это команда по развитию бизнеса, команда по продажам, бэк-офис и собственный центр мобильной разработки, который у нас находится в Волгограде. Сегодня в этом зале присутствует команда, прекрасные девушки и юноши, готовые ответить на ваши вопросы, продемонстрировать вам платформу на мобильных девайсах, в случае вашей заинтересованности предоставить вам бесплатный демо-доступ с логином и с паролем, чтобы могли самостоятельно посмотреть, что такое платформа Aquio, и задать нам вопросы. На сегодня у меня все. Контакты Дмитрия Костомарова находятся в презентации. Спасибо большое за внимание. Подходите, и будем рады ответить на дополнительные вопросы. Всем хорошего вечера. Спасибо тебе огромное. Не, мне микрофон не нужен, у меня есть. Мне вот, там стоечки. Еще раз аплодисменты. Спасибо большое, друзья.